Трамвай сошел с рельсов и вылетел на тротуар напротив первого отдела полиции. 38-летний вагоновожатый двигался со стороны центрального рынка. В какой-то момент трамвай потерял управление и выехал на пешеходную дорогу. По словам кондуктора, с тормозами проблем не было. Внезапно. Мы даже не сразу поняли. Водитель-то быстрее увидел, а я-то в салоне. Я уже поняла, когда мы едем-то к первому отделу. Проблема все-таки в пути. Потому что на стыке. Но вчера на нем ездили, тормоза были отличные. Это быстрее всего, что из-за износа рельс. К счастью, в момент аварии в салоне находилось всего 3 человека, никто не пострадал. На место прибыли сотрудники госавтоинспекции. Расследование всех обстоятельств нового ДТП с трамваем продолжается.